Маленькая искалеченная девочка, приблизительно 7-8 месяцев от роду. Несколько дней ковыляла возле магазина, выпрашивая поддачки, помощь. Там же и ночевала возле крыльца, забившись в уголок. Об этом мне рассказала женщина, что работает там недалеко в киоске, что видела ее мельком. Ребята, это безумно жестоко. Маленькая, породистая, искалеченная девочка. Как видите, даже порода не избавляет от ужасов, от жестокости, от страха вот такого существования, ребят. Это страшно. По-настоящему страшно. Вы хоть представьте себе, что чувствует котенок, когда вокруг него ходят люди, а он ростом даже до щиколотки им едва достает. И любой может, забывшись, наступить и искалечить дальше, отшвырнуть, ударить. Тельце ведь истощенное, почти невесомое. Когда мне прислали фотографию, ребят, я сразу позвонила и попросила знакомую поехать. Она поехала, искала. Потом по моей же просьбе отвезла в клинику. Я очень благодарна Жанне за то, что она сразу сорвалась и помчалась. И Жанна отвезла ее в стационар. И уже там, ребята, при осмотре, мы смогли оценить, насколько ребенок изможденный и истощенный. К тому же, сломано бедро и перелом старый. Возможно, ребенок вывалился с окна. Возможно, его ударили. Сейчас можно гадать обо всем. Ребята, мы сделали, что могли. Теперь очередь за вами. За теми, кто захочет помочь. Приют медленно разрастается. И мне очень страшно. Страшно, ребята. Но скажите, неужели, если 100 человек прошли мимо, то и 101 должен отвернуться? Просто скажите, как вы считаете? И неужели там, где мы кормим 3000, неужели не найдем кроху, чтобы накормить 3001-го ребенка? Я иногда... Да не иногда, я прекрасно осознаю, что я не права. Только вот сделать ничего не могу. Мне безумно жалко, ребят. Просто безумно жалко. И пока я жива, ребят, я буду продолжать лететь на эту помощь и делать все возможное, а потом обращаться к вам опять за помощью и спрашивать, друзья, спасем? Потому что нельзя быть равнодушным. Ребят, ну нельзя быть равнодушным. Но ведь зачем-то Бог нам дал сердце, чувства. Для чего же Он нам это дал? Добра вам, люди. Милосердие и сострадание от окружающего мира. Друзья, малышка пока в стационаре. Врачи сейчас решают, когда ее оперировать. Проблема в том, что у нас очень огромный долг. Надежда только на вас, друзья. Все, кто захочет помочь Таке, пожалуйста, друзья, отзовитесь. Так, это вот Таке. Голова на бок.
Но при этом она кушает, уже начала реагировать. Худющая и дышит не очень хорошо. Но по рентгену как бы изменений нет. Я думаю, что это общее самочувствие так влияет на дыхание. Возможно, есть кальцивероз, потому что на во рту язв нету. Может быть, внутри в пищеводе. Анализы мы сдали вирусные сегодня. Получается, ждем. Доброго здоровья вам и всем вашим семьям.